Ну что, типа, ну? Типа, я хочу помыть руки. Могу здесь помыть руки? Нет, помыть. А как ты помыл руки после? Я не мыл руки. Можешь помыть его. Можешь помыть сами помыть. Вон вода. Нет. Хорошо, возьми подушку. Да. Возможно, я даже сесть. Возможно, даже хочу одеться. Возможно. Как мячик. Как мячик упал. Молодец, что ранен. Твой телефон. Типа, я могу типа включить, может быть, даже обогрев, а может быть, даже и нет. О, нет, так не в лицо. Да заткнись. Не, он же должен разогреться, так сказать. Может быть, даже и минуты 3 будет. Загрей. Он гоняет. Холодный воздух. Холодно, гоняет. А, может быть, даже надо на дочку поднять. Может быть, даже и минуты. Ну, кажется, он начинает нагреваться, мне кажется, что это... Воняет, прям лицо. Да он поначалу будет вонять. Когда ты гонял? Это лицо у тебя воняет. Ну ничего, если мы загоримся, надеюсь, такого не будет. Мафан. Сочи. Вот тебе урод. Нет. Да нихера не теплее. Блин, теплее потом будет. Она должна нагреться до раскаленного. Да. А, да. Мафан до завтрака. Мафан. Слушай, я вообще заржал, когда ты сказал ему, давайте до завтрака. Чего? То, что ты будешь выходить. Я говорю, ну все, выходи, давай. Я не понял ничего. Чего ты сказал? Смотри, вот такая, я тебе звоню, говорю, ну что, выходи, там, что берешь, ты сам берешь. Когда выходи, давай все, сейчас вот одевайся, выходи, ну ладно, до завтра. Держишь трубку. Сегодня? Ну да. Причем это действительно описывает тебя. Я сказал до завтра. Я не помню. Все, до завтра. Надеюсь, не увидимся. Там тепло вообще или что-то? Нет. Тепло, что тепло, теплое бывает. Там просто воняет. А, когда генератор вонит. Ты машину вонял. Ты что думал? Ну, типа, я включил. Мозги включил. Я включил мозги, молодец. Турал. И теперь вроде бы должно быть тепло, да? Тебе тепло, урод? Нет. Да, вроде да. Да. Стало теплее, спасибо. Что, тепло? Нам холодно, ой, тепло дует? Я ничего не чувствую. А если встану? Да ты просто без чувств. О, оно нагревается, смотри. Тебе должно быть жарче, чем воду. Что там? Что там стрелили, то самое? Ну? Ну. Рамки, ну ёп. Ну ладно. Ну давай что-нибудь снимем. Чё, я не против чем. Только чё? Господи, мне нужно наложить порт. И мухи такие забрали за собой порчу. Трепет за собой. Да, на какашке можно написать. Как мы на эфу сделали аватарку. Вау, тогда не на шутку обиделся. Да, когда его из друзей тут удалил потом. Да, кстати. Порт на эмо был. Причем такая папка, какая-то, не трогай там или что-то типа того. Ты видел, написал, когда уже, блядь? 11-11-11. Просто мы раньше не сделаем, мне кажется, у нас сейчас будет комната, на которой мы сейчас положим все силы. Положим вообще. Может быть, нет. Собираемся положить на это. Ну или, может быть, не положим, или, может быть, не все. Может быть, 1-2%. Может быть, даже и не знаю. Я бы попробовал этот конкурс, доктор. Но... Я не знаю. У меня жена. У меня жена Вов. У меня жена Вов. Что такое Вов? Линейдж. А, Вов это брат, да? Да. В смысле, как понять эту фразу? Ну, у меня жена Вов. У меня есть семья, у меня есть Варкрафт. Зачем мне еще что-то делать? Зачем мне жить? Ну, ладно. Ну, ладно. Ах-ха-ха, ну ты вообще... И так постоянно. А я начинаю над этим ржать и то же самое делать. А он над этим. И так получается. И друг на друга ржать от этого. Как бы спать. Жек, ну ты вообще чувак. А может быть мы расставим. А, ну. Это... Может мы расставим. Вытянем фон. Расставим... Или, может быть два фона. Расставим свет и сфотографируем просто этот фон. Свет и фон. Напишу на нем трибюту сами, больше там ничего не будет. Давай снимем так. Мне нравится, я придумал кое-что получше.
Да. Ну что ты хочешь добавить туда? Я сделаю эту спиральку такую. Как фон, фоне, 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 фон, фоне, 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 фон, фоне, 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 и так далее. А может быть мы сделаем просто черный квадрат, а потом в черном квадрате, и там написано трибюн сами. Черный. И получится, как будто это просто черный квадрат, и написано трибюн сами. Вот это и тоже написано черным трибюн сами. Фотка, черный квадрат, там есть смысл. Долго делали. Вставляли рамку в рамку, в рамку, в рамку. И черным шрифтом написали трибюн сами. Но картинка просто черная. Ну мы же объясним ее. Типа, а? Самая прекрасная сказка в мире, там, где я снимался, помнишь, с Борщом? Смотрел ее? По-моему, смотрел, но я не помню, что. Ну, 40 секунд. Типа, такая, типа, она сказала ему нет, и он срал, пердел, смотрел фильмы, перегал и срывал. И разбросал носки, делал и трахал подружек, соседок и собак, и делал все, что хочется. Конец. Как бы типа нарезка из нашего, а потом такой, если не строить себе. Добрый вечер. Вы еще? Вы еще здесь? Еще здесь? Нет, ну. Работа есть работа. Да. Сигаретами богаты? Ты куришь? Одну сигарету. Я не осталось, только сигары осталось. Нет, нет, нет. А, нет, не надо, не надо. Так, ну, примерно еще сколько будет? Блин, мы еще не знаем, мы просто думаем, что... Сейчас или может быть два. Мы не знаем. Ну ладно, мужики, работа у меня есть такая. Все, все, ничего страшного. Вообще, если бы я тут не балкал бы. Резом детства. Там тогда будете выходить там. Я сейчас. А мой сменщик будет сидеть. Ну, скажите мы. Все, я скажу, да. Пожалуйста. Все, спасибо. А, не важно. Пусть ты писал этот момент тут. Да, я и подумал, что произойдет почему-то. Да. Тебе там тепло, наверное. Ну так, не тлеет, да. Я что-то не чувствую. Это что? Ну, белый фон, ты сказал. Что? Там может быть электронное, кстати, и гитарное, ты сказал. Может быть, даже и взять основу. В любом случае, там не стена каменная, это урбанизм. А надо что-нибудь еще. Надо дефилизм. Это чушь. Потому что не, это же электронная музыка не на все. Там все модные вещи. Но с другой стороны, вот это Summer. Summer. Слушай, а не хочешь сделать так? Короче, брызнул струей и говна. Ветер же обосрался, короче. Да возьмем. Ну это мы придумаем. Давай еще что-нибудь, чтобы я фон зря не доставал. Заткнись! Я придумал. Очень техно смотрится, если одеть шлем, затемнить полностью вот эту штуку и здесь вот трибьюту Саммер бликом написать. Бейлски на шлеме. А, что... Да, кстати, прямо так вот, прямо чтобы в этом, да, если вот шлем будет ниже чуть-чуть от таким. На этой стороне, там, техно сделать большой блик. Блики Бейлски. Ну, то есть этот как бы так и есть, может быть, даже и много, но вот это прокатит. Да, круто. Ну, вот у меня два. Нам нужно найти, мы не сможем это сделать. Здесь слишком много, я не могу все использовать. Блин, ты вот загадился. Заткнись. Ой, вау, здесь так тепло, просто охренеть можно. Ура, у меня вода отошли. Вау, чувак. Ты что, дурак? Ну, такой вот есть вот. Вот такой вот. Прямо вот здесь вот, прямо вообще. А второй еще посмотрю. Сейчас мы посмотрим, как будет смотреться лучше. Моя небритость или твоя волосатость? Так я тоже погрею свою задницу. Мозги себе погрей. А, не могу его снять, как его снять? Какую-то штуку отцепить. Ты глупый или что? Глупый столько глупо делает. Типа T2S. Я придумал только что логотип. Кстати, да, мне нужен, да, на этот. Есть у тебя этот? Чувак, блин, это круто. Это, дай мне ручку. Это реально должно проканать, если ты так напишешь, действительно, вот на шлем. Сейчас, подожди, я должен зарисовать это дерьмо. Так, оценим это дерьмо. Блин, а нифига не видно. Блин. Здесь больше я вижу букву I. Yes. Может быть, конечно, нет. Может просто SS. О-о-о-о-о. Что в смысле? Перевернутая, отраженная вверх ногами S. Можно ее использовать как кривое зеркало. То есть там будет зеркало на логотипе, которое будет отражать ту, и оно отражает так, что получается S. Хотя нет. Не, я просто, как бы, я тебе так... Я понял, да-да. Не, можно было, конечно, сделать типа того сейчас? Ну, типа того. А, ну, да-да, знаешь это? Допустим, типа того. Это как было в вот этом, там,
Чучачком. Ну вот то, что я кончал. Да. Там еще там типа подходит такой с этим с тележкой, такая большая между буквами. Ладно. Я не помню уже. Сам начале. Там, типа, как, там же типа шляпа, там типа он как трон, назад в будущее там. Ты что, не помнишь что? Вообще ничего не помню. Про что ты говоришь? Ну про вот этот ролик, который, да. Вот этих вот таких квадратных, знаешь, отражения, то есть вообще не должно быть видно. Тогда того блика, который от вспышки, должны быть, вся вот эта часть должна быть в бликах, такие дикие, чисто блики такие, очень красивые. Можно еще что-нибудь, вот так вот можно, руку, посмотрите, чисто. Ну, так вот, типа того. Я очень хочу какать, поэтому надо думать. Слушай, еще очень достаточно круто смотрится сама, как бы, фишайная вот эта херня. Слышь ты! То есть можно ее как-нибудь вот так сфотографировать и кого-то... То есть именно... О! А что если расставить все вот здесь вот эти и посередине поставить штатив с камеры, который будет смотреть прямо в объектив? Такая типа... Угу. Типа как будто на ножках такая вот смотрит. Угу. Ее сфотографировать. Сзади подсветить черный фон там красным или синим, как тебе нравится. Наверное, синий больше все-таки понравится. И как бы и типа камера такая вот так вот смотрит. Можно ей даже пиджак подрисовать. Зачем? Чувак, это будет вот так вот камера, как будто такая на треноге, и просто здесь такой пиджак. Ну хорошо, так ну, камера. Как будто шея, это будет как бы вот эта вот длинная херня, вот, как бы вот так вперед, а потом вот так вот будет, типа камера вот так смотрит. А сзади подсвечено, и типа портфолио. И на любой фотографии должно быть много бейбовских блин. То есть от камеры должно так выйти. Возможно, даже будем светить синей камерой прямо туда, а возможно даже нет. Да взрыв ядерный. Я очень хочу сразу, ребята. Может быть, даже нет. Смотри. Сейчас я наклоню его вниз. Ты не можешь наклонить его вниз, там провод не даст. Я могу наклонить вниз. Я могу наклонить даже чуть сильнее, может быть, даже еще чуть-чуть. Лучше бы это оказалось правдой. Я буду держать столько, сколько нужно. Проще было бы взять и вытереть. Нам нужно да быстрее, да побольше, да посильнее. И набирать их голоса. Фотка. Он ведь сделает из этого, я узнаю. По-моему, ни одно мое слово не остается так просто без внимания. Я не могу оставить это вот так. Что же я могу поделать? Какой фон был? Белый? Белый. Черный. Белый. Что? Эй! Какой фон? Белый, наверное. А что на нем будем делать? Ничего, на нем не будем делать. Что? Белый. Какой же? Белый. Зачем белый? Потому что у нас все остальное будет черным. Что это будет черным? Вот эта штука черная, эта штука черная. А, ты хочешь сказать черная? Белый, я сказал. Вот так. Нет, вот так сейчас я потяну. Стоп, я сказал. А мы низ не будем брать, да? Что? Низ не будем брать. Почему? Будем. За что грязен? Ну, так и замажешь. Хули я могу поделать? На шапке будет? Сейчас. Что? Эй. Что-то мне стало жарко. Она действительно работает. Может быть, ее выключить, и может быть, даже нужно. Блин, он просто охренеть. Он одновременно дул и горячий, и холодный. Слишком много, надо, ну все. А фан, ну не трогай, пожалуйста. Я нажал две. Мне надо вспышку, может быть, даже. Мне нужны батарейки, может быть, даже. Может быть, даже подзарядка. Надеюсь, они у меня есть. Мне кажется, надо на черном фоне. Ну, может быть, или на белом. Блядь.